которая мешает налаживанию мирной именно жизни. Они сами оставили Херсонскую область. Если вы ушли, зачем возвращаться? Насильно-то мил не будешь. Это проволока горит. Такая была температура. Здесь была украинизация населения. Вытесняли в первую очередь русский язык, притесняли русскоязычное население. Если говорить объективно, многие просто боятся того, что действительно в этот город войдут нацисты и будут бесчинствовать. Агромаркет Нива, овощной оптовый рынок. То есть по шиномонтажу они били. Все, ни дома, ничего не осталось. За одну минуту. Частный сектор мы закончили. Мы немножко помогли, расчистили проезды. И мы переезжаем туда, в жилой сектор. Там нужна наша помощь наиболее сильно сейчас. Да. Русский Херсон. Мы ждали этого 30 лет. Премьера. В воскресенье. На Первом. Постепенно все-таки люди понимают, что путь есть только вперед. А вперед — это в Россию. А назад пути уже нет.